Софи в одно мгновение подскочила к упавшему гному и стала распутывать бедолагу, помогая ему выбраться из ленточного заточения. «Вот, смотри!» Ларри опустил на пол паровозик, достал из камзола маленький серебряный ключик и завел его. И тут Софи с удивлением обнаружила, что паровоз не обычный, а сказочно волшебный и удивительно необыкновенный. Его ярко-синяя кабина была украшена серебристыми камешками, сплетенными в причудливые вензеля, и казалось, что сам Дед Мороз поколдовал над этими волшебными узорами. Прозрачные хрустальные колеса при езде издавали необычайно нежные мелодичные переливы, а из трубы вместо клубов пара вверх взлетали разноцветные пузырьки. «Кто, интересно, подарил мне такое чудо?» — только и успела подумать зачарованная Софи. «Это твоя бабушка постаралась!» — довольным голосом произнес гном. «Что, бабушка?» — вернувшись из своих грез, переспросила Софи. «Но ты спросила, кто тебе это подарил?» «Я ничего не спрашивала», — изумленно произнесла девочка. «Но подумала, какая разница? Говорил и говорила. Читать мысли — это пара пустяков», — проворчал Ларри. Гном остановил паровозик, поставил его рядом с собой и начал шарить у себя по карманам. Словно факир, одну за другой он доставал всевозможные баночки, скляночки, колбочки. Все они были разной формы и размера. Он аккуратно расставлял их вокруг себя. Их оказалось больше дюжины. В каждой из них был насыпан какой-то цветной порошок. Затем он взял пустую и начал сосредоточенно сыпать туда понемногу из нужных ему сосудов. Довольный полученным результатом, Ларри хлопнул в ладоши, и в ту же минуту все стекляшки исчезли. Перед ним осталась лишь бутыль с причудливой разноцветной смесью. Затем он достал маленький флакончик с прозрачной жидкостью и добавил в смесь одну маленькую капельку. И тут вся комната стала наполняться тонким и чудесным ароматом пряностей. Вокруг все засияло, заискрилось. И на глазах у изумленной Софи поезд начал медленно расти. «Скорее открой окно!» — скомандовал Ларри. Недолго думая, девочка раскрыла настежь окно, ведущее в сад. «А теперь медлить нельзя!» — быстро скомандовал гном. «Забирайся скорее! Мы отправляемся!» Софи только и успела накинуть на себя плед, лежавший неподалеку, и прямо в пижаме босиком забралась по ступенькам в кабину паровоза, где ее уже ждал взбудораженный Ларри. «Да, одета ты, прямо скажем, не по погоде», — отметил гном. «Придется исправлять. Еще простудишься в дороге, потом лечи тебя», — заворчал гном. Он достал из колпака маленькую золотую книжечку и быстро начал ее перелистывать. «Да где же это заклинание?» — спросил сам себя мандариновый гном, продолжая листать страничку за страничкой. «А, вот же оно!» Ларри
закрыл глаза и тихонько произнес: «Тили-вили-мили-дон, снег сегодня за окном, швили-дили, грейся, потеплей оденься». В ту же минуту на Софи оказалась прихорошенькая, пушистая, беленькая шубка, белая шапочка. Ножки стали обуты в теплые валенки с вышитыми серебряными снежинками, а на шее красовалась серебристая муфточка. «Дорогой Ларри, ты не перестаешь меня удивлять!» — радостно воскликнула девочка. «Ты самый настоящий волшебник! Как же мне повезло!» Гном ничего не ответил, а только достал из кармана колокольчик и тихонько позвонил в него. И тут паровозик стал медленно подниматься и плавно поплыл в открытое окно, будто легкое невесомое облако. Оказавшись на улице, он начал подниматься все выше и выше, над оградами, крышами домов. И вот даже макушки самых высоких деревьев оказались где-то далеко внизу. Ларри вновь достал колокольчик и позвонил громче. Мигая разноцветными огоньками, паровоз начал набирать скорость. Все быстрее и быстрее летел он по темному ночному небу, оставляя за собой белоснежный, заснеженный хвост, будто сама матушка вьюга заметала за ними следы. Никогда еще Софи не чувствовала в своей жизни ничего подобного. Она летела где-то там, высоко в небе, в окружении ярких звезд, и желтая луна казалась ей такой близкой и огромной. Девочка была так взволнована и потрясена происходящим, что сердце бешено колотилось в груди, и вот-вот готово было вырваться наружу. «Ларри, взгляни! Это что-то невероятное! Мне никто не поверит! А ведь все это происходит именно со мной! Ты чувствуешь этот ветер?» «Это ветер перемен. Я знаю, должно что-то произойти. Правда, еще не знаю что. Но оно обязательно случится в скором времени. А давай полетим еще быстрее. Я так этого хочу». Что ты? Замахал руками испуганный гном. «Нельзя! Не будь занудой, Ларри!» Не раздумывая, девочка вырвала из рук гнома волшебный колокольчик. Ларри не успел и глазом моргнуть, как Софи подняла его высоко над головой и, что есть мочи, затрезвонила. «Остановись! Что ты делаешь?» — прокричал гном. Но радостная и счастливая Софи весело кружилась, не обращая внимания на крик своего нового друга, продолжая звонить в колокольчик все громче и громче. «Ах, Ларри, как же чудесно!» — только и успела проговорить Софи, как тут же на небе одна за другой стали гаснуть звезды, а луну, освещавшую путь, заволокла огромная снежная туча. С каждой минутой холодный, пронизывающий ветер становился все сильнее и сильнее. И вот уже слепая и яростная метель вихрем закружила паровозик. «Держись крепче!» Последнее, что смогла услышать в этом завьюженном круговороте девочка, прежде чем крепко зажмурила глаза.